Здорово, осёл, ты живой? Корова, за то, что ты меня спасла, я сочиню тебе песню. Давай, я не против. Корова, 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 ты просто супер, супер, супер. Тебе нравится? Нормально. Что они с тобой тут делали, осёл? Профессор Дуриарти хотел меня клонировать, представляешь? Но я так брыкался, что у него ничего не вышло. Я так брыкался. А как он выглядит, этот профессор Дуриарти? Такой маленький, мягкий старикашка с плохим запахом изо рта. Представляешь? Свин Бур и козёл Роджер продались. Помогают старому хрычу. Не может быть. Я их знаю 100 лет. Они не могли стать предателями. Я тоже так думал, пока они не пришли и не стали меня бить. А было это так. Попрощайся со своим хлебом, ушастый. Профессор Дуриарти приглашает тебя в гости. Братцы, я ни в чем я не виноват. За что, братцы? Собирайся, осел, пойдешь с нами. Если не будешь брыкаться, то больно не будет. Так что можешь мне поверить? Свиный козел? Предатели? Что было потом? Привели меня к профессору. Он посмотрел и сказал: этот не подойдет. Не знаю, что он имел в виду. Потом они заперли меня здесь. А потом пришла ты и спасла меня! Корова, ты просто супер! Ладно, ослик, побегу. Надо спасти остальных и обезвредить профессора. Неизвестно, что он задумал. Там за мостом в погребе сидит гусь Кевин. Это рядом. Освободи его сначала. Окей, ты пока наведи тут порядок на освобожденных территориях. Ага, все будет просто супер!